Но надо понимать, что этот вид транспорта в России таким массовым не стал. В регионах дороговизна, один из факторов. В Москве на этажи там по 70, по 90 килограмм байки. В лифтах пассажирских таскать, поднимать на пупок. Довольно проблематично. Да, тяжело. Ну, где-то съемная батарея, хранить тяжело. Ну и погодные условия. Поэтому это для любителя. Но тем не менее, этот транспорт, как говорят на манер, имеет право быть. Но если по-русски нормально говорить, имеет перспективу. Как минимум в Юго-Восточной Азии, а это рынок Индия, Китай и прочие, Вьетнам, ну, те страны, которые, ну, по численности населения составляют больше 50% всего населения. Поэтому мы уже отвечали неоднократно на этот вопрос, что вот только лесу быть. Надо решить главные технологические проблемы, чтобы это мотор-колесо было как автомат Калашникова. Надежно, простое. И составляющие элементы, слагаемые всего этого дела, мы с вами обсуждали. И эти элементы, они позволяют отрабатывать и более серьезные приводы. Потому что в свое время, в индустриальный период, говорили, что как можно было оценить уровень развития технологий государства. Признак какой? Как вы думаете? Космонавтика или атомная энергетика? Что? Хороший вопрос. Выпускает ли страна мотоциклы собственной разработки? Даже так? Да, потому что в мотоцикл надо воткнуть все те же системы, что в автомобиль. А я так понимаю, для этого нужны дополнительные мощности? И кадры инженерные, школа, определенные технологии, все остальное вместе взято. Кто сейчас мотоциклы выпускает? Ну, есть там по лицензии выпускать, я об этом не говорю. Вот те, которые разработчики. Ну, фактически это да. Не Российская Федерация. Увы. Хотя сейчас Урал, Ирбит, ну, пытаются восстановиться. Да. И электрическую модель. Ну, потому что Россия пытается выйти из протектората и стать на ноги, в конце концов. Вот и в связи с этим мотоцикл. А ведь дело в том, к чему это говорю. Потому что мотор-колесо для двухколесного транспортного средства сделать намного тяжелее, чем для, скажем, грузового автомобиля или автобуса. Как это не парадоксально? Потому что, вот смотрите, ну, допустим, намотать 4-полюсную машину 6-полюсную или 16-полюсную. Разница большая. 6-полюсную намного легче намотал, втянул. А когда у тебя 16 и больше полюсов, челночком заполнение плохое, долго делать и так далее. Поэтому там технологичность и вообще вот эти уровень технологий должен быть для производства. Это вот очень серьезная проработка. Поэтому вот намотать так, как делают BLDC, там вот, так нельзя. Вот их смотришь, там ребята многие перематывают, сами добавляют провод вручную, но это вручную. А для того, чтобы сделать серьезную машину, там нужны другие совершенно подходы. И вот даже тот, посмотрим, сердечек, вот такой он внутри пустой. Если его штамповать, много отходов стали. А по-другому можно сделать сегментации, тогда будет отход стали минимально, меньше даже, чем в обычном синхронике. А это себестоимость. И так далее. Поэтому вот решение этих задач в конечном счете приводит к тому, что мы уменьшаем себестоимость колеса, одновременно это проецируется на серьезные тяговые машины для автотранспорта. То есть фактически к этой задаче в лоб подойти нельзя. Здесь нужно подготовить хорошую производственную базу, оснастку, оборудование, технологические процессы, обучить кадры, которые мозги, будут с этим работать. Самое главное. Это людей. Это люди, которые могут решать эти задачи. И насколько мы видим, кажется, получается. Вот да, даже по тому датчику, что мы говорили, получается. И в принципе мы можем уже на сегодняшний день рассматривать заказы по разработке и изготовлению вот этих вот намагниченных датчиков, которые срабатывают исход, на сторону. Это уже не Китай, диктат. Мы потихоньку выходим на этот сегмент рынка. Мы начинаем заявлять себя.